Дорогие друзья, всем добрый день. После нашего поста с мною любимыми цесарками, сумасшедшими довольно-таки птицами, было много комментариев и ответов, какие новости произошли в нашем парке. И вот мы решились рассказать вам, наконец-таки, о том, что же все-таки случилось в нашем парке. Алекса решила с нами долго не находиться и отправилась по своим тигриным делам. В парке «Белый лев» родились тигрята. Это первый помет тигров за всю историю нашего парка. Для нас это большая радость и очень необычно. Ближе к сути, как говорится. Наша тигрица-сказка родила 4 тигрят. Мы долго об этом не рассказывали, хотя возьмем, к примеру, Сирону. Да? Когда родила она малышей, мы буквально через пару или тройку дней рассказали нашим подписчикам и нашим сторонникам о том, что произошло пополнение в семье львов. С тигрятами все не так, сказка первородка и довольно-таки трудные, видимо, роды были у нее. Ну, суть в том, что малыши, 2 из 4, были довольно-таки слабые. И мы долго раздумывали над тем, что стоит ли забирать тигрят от мамы. Сразу уточню, не всех, а именно 2, которые были значительно слабее своих 2 сестер. Несколько дней назад было принято окончательное решение о том, что все-таки тигрята уже в критическом состоянии, и необходимо отделить их от матери и начать вскармливать их искусственно. Поэтому теперь со сказкой 2 малышей, и мы вскармливаем еще 2. Мы будем вам рассказывать и держать вас в курсе жизни и развития этих детенышей, потому что, повторюсь, тигрята для нас это довольно-таки необычные впервые, которые родились в нашем парке. Алекса, сказка, Тайган, они все приехали к нам малышами. Но, несмотря на это, конечно, свой приплод – это нечто необыкновенное. Поэтому, дорогие друзья, мы будем вас держать в курсе. Давайте пожелаем нашим тигрятам удачи, чтобы у них хорошо прошел период адаптации и перехода на искусственное вскармливание, на искусственное молоко, и они как можно скорее поправились. В будущем мы планируем их вернуть в семью. Мы планируем их вернуть в вольер к папе и маме, чтобы они развивались и жили своей тигриной жизнью. Но, конечно, будем смотреть по возможности, насколько это будет реально. Потому что сказка уже, вероятнее всего, забыла этих малышей. Это будет долгая, трудная, тяжелая работа, но мы постараемся, что все будет хорошо. Всем отличного дня, дорогие друзья!